Здравствуйте, мальчики и девочки. Сегодня у нас вторник, 23 июня. Винюша у меня еще в больнице, второй день. Я немножко, буквально забежала на немножко домой, буквально на пару часиков полить цветочки и посмотреть, какая почта ко мне пришла. Вообще я с ним целый день провожу. Вместе мы с ним выздоравливаем. Сегодня мы уже встали на ноги, немножко походили. В общем, вот так вот вместе там смотрим телевизор, сидим, и домой-то, честно говоря, мне и не хочется, я там с ним сижу, мне весело. Приходят врачи, приходят медсестры, мы там со всеми перезнакомились, и как бы так немножко такое время веселое с ним проводим. Так что вот я хочу всех поблагодарить за вашу заботу, за все вопросы. Вы спрашиваете, как Винни, мне так приятно, и ему тоже, он передает всем вам привет и говорит спасибо вам огромное за вашу любовь. Поэтому скоро он будет дома, я думаю, что дня через два я его уже привезу домой. Хочу тоже как-нибудь сделать, я не знаю, какие-нибудь шарики, как он меня встречал, хочу как-нибудь его удивить. Поэтому, может быть, мы вместе с вами поедем в магазин и выберем шарики и выберем открыточку. Знаете, как в Америке дарят открытку «Welcome домой» и «Выздоравливай». Еще что я хочу. Если среди вас есть у меня подписчики на канале, которые живут в Вирджинии, в штате Мэйн или в самом Вашингтоне, напишите мне, пожалуйста, в личку. Мне хотелось бы спросить один вопрос там про Эрию, поэтому я очень хочу кое-что узнать. Те, кто из вас знает очень хорошо эту местность. Вот. И если вам не трудно, пожалуйста, напишите. Поэтому вот так вот все. Я делаю это маленькое коротенькое видео, маленький анонс. И спасибо всем. И увидимся завтра. До свидания.